Всем здравствуйте! Спешу поделиться с вами радостной новостью. Сегодня я и мы получили ее серебряную кнопку от Ютуба. Да-да, от него. Изначально я не планировал снимать видео по этому поводу. Обычно такие видео людям почему-то не интересны. Но я решил, что этому видосу быть. Во-первых, будет память. Лично для меня буду силой. Дедуган, буду смотреть, как я кнопку получал. И будет небольшое напутствие, кстати, для вас. Начну немножко издалека. Некоторое время назад один близкий мне человек, бывший близкий мне человек, сказала, что это все хрень, что это отмазка и это не работа. Да, нужно признать, что изначально и друзья, и родители также критично относились к моему занятию. Все, мама хотела меня на завод устроить. И обязательно по трудовой. Если не по трудовой, это труба. Это ерунда, это не работа. Ну как же, стаж, чтобы потом получить 1500 пенсии впоследствии. Не подумайте, что я жалуюсь. Боже, сохрани. Меня не так-то просто обидеть, как это может показаться. Досада, конечно, немножечко бывает, но это всего лишь досада. Что я заметил? Главное, подытожу, что мне наплевать было и сейчас наплевать. Кто что там подумает? Критик не может определить, чем заниматься человеку, личности. Это нужно самому определить для себя и гни свою линию, как говорится. В общем, если у вас нет поддержки, забейте, ищите ее внутри себя и верьте в себя и в свои силы. Точка. Но закончим мы, естественно, на хорошей ноте. Все непременно. Хочу выразить гигантскую благодарность каждому своему подписчику, абсолютно каждому. Особенно тем, кто со мной с самого начала, когда еще канал только начинался, когда я снимал исключительно видео на тему электроники. Давненько это было, давненько. Помню, у меня тогда был фотоаппарат, мыльница. Нужно, кстати, его найти в рамочку и к стене. Звук был страшный. Сейчас тоже, конечно, есть куда расти. Но это ведь только начало пути, я считаю. Нам еще надо золотую кнопку, а потом, глядишь, бриллиантовую. Спасибо каждому из вас. И жму руку каждому из вас. Крепко-крепко обнимаю. И желаю всего вам самого классного. Показать вам ее поближе, наверное. Да, сейчас. Сейчас. Вот так она выглядит. Кнопка, то есть. А крафт Антохи, нужно было вместо фамилии, наверное, отчество. Так, Антон Владимирович. 100 тысяч подписчиков. Красиво. Здесь такое вроде как зеркальце. Ну и, разумеется, письмецо с поздравлениями от генсека Ютуба. Нужно им написать, чтобы прилаживали 100 долларов хотя бы. Все-таки мы для них тоже деньги приносим. Вот так-то. Пока.